Кому нельзя есть арбуз? Арбуз запрещено употреблять определенной категории людей. Начался сезон летней сладкой красной полосатой ягоды, полезные свойства которой известны многим. Медики предупреждают, что не всем можно есть арбуз. Прежде всего, нужно быть осторожными больным сахарным диабетом, а также людям, страдающим повышенной склонностью к отекам. Кому запрещено есть арбуз? Людям, имеющим следующие заболевания. Нарушениях оттока мочи. Мочекаменной болезни. Мочегонное действие арбуза может погнать камни и вызвать приступ. Колите, диарея, других обострениях болезней желудочно-кишечного тракта. Заболеваниях поджелудочной железы в острой фазе. Заболеваниях сердца, сопровождающихся задержкой жидкости в организме. Аденомы предстательной железы. Послеоперационных спаечных процессах. Какая ежедневная допустимая норма арбуза? Для здоровых людей арбуз очень полезен, потому что содержит вещества, которые препятствуют камнеобразованию и оказывают тонизирующий эффект на организм. За день можно съедать, если у вас нет проблем с почками, 1 кг, а для ребенка помладше, втрое меньше. Чтобы не вызвать проблем с желудочно-кишечным трактом, врачи рекомендуют не есть арбуз до еды или сразу после этого. Лучший вариант – отдельно от всего остального и за 2 часа до или после.